Друзья, всем привет! Это ЖФК ЦСКА. И сегодня мы находимся на стадионе «Лужники», спортивный городок. И сегодня мы встречаемся в 1/4 финала Кубка России с командой, с которой совсем недавно мы играли на выезде. И если вдруг кто-то не понял, речь идет о команде «Крылья Советов». А сейчас мы вернемся к событиям минувшей недели, когда девочки ездили к нашему многолетнему спонсору «Рота Агро», производителю самых вкуснейших сыров, на ферму. И вот как это было. Мы приехали на ферму овечью и коровью. Заходите по ссылке в описании и покупайте сыры. Насколько это профессионально? Все сразу на себя. Шапочка, бахилы на ножке и халат. Супер. Смотрите дальше. I am on the job. To be honest, really interesting. To be honest, really interesting. And I won, because I see how many cows is here on the farm. Serbian people thinks 300. Tanya Petrova 100. And I say like 1000, and it's 1800. The guy say that. But we will check again. Прием, прием. Мы на ферме. На ферме. На ферме мы. Вы бы знали, как тут вкусно пахнет. Едите там сыры у себя на столах вкусные. А вот. Сейчас вам покажу Даяну, Нику и Ачиян. Вот, вот, смотрите, вот. И Акс еще вот, поскакала. Вот. Ману говорит, бегают, как мы по бровке, туда-сюда. Смотри, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Николаича надо было сюда. Это пробегание, блин, у нас, блин. Между паузами. Смотри, смотри, смотри. Франциска. А вон Габулечка там впереди. Все нормально. А я тебя звала, а ты не подходила. Держи. Ням-ням-ням-ням-ням. Почему тебе не нравится? У тебя живот лежит такое тоже. Они могут руку оттяпать? Нет. Смотрите на него, самый смелый тут вообще. Он мне рукав откусил. Вот так вот подходит, вообще не боится. Все остальные убегают, да? Все убегают, да? А ты не боишься? Иди сюда. Пойдешь? Давай. От Татьяны Петровой. Привет, ты малыш. А вот те, как спят красиво вон. Друг на дружке, у них любовь. Это очень интересное место. Здесь очень тихо, природа хорошая. Ну, необычно, особенно да. В наше время, где мы уже очень далеки от коров. Раньше в детстве, возможно, деревне, да. В деревне можно было встретить одну-две, сейчас нигде не встретишь. И поэтому это очень ароматно. Интересно. Все-таки интересно посмотреть, как производит наша компания «Рота Агро» молоко, сыры и все это производство, как работает. Мы побывали у овец, там были обычные бахилы. Сейчас мы пойдем к коровам, тут какая-то вот инструкция, как завязывать. Анань, а почему у тебя... Да просто обкрутив две вот. Их две. Спокойно. У коров нужна экипировка посерьезнее. Коровы, в принципе, посерьезнее. Такая и экипировка. Ой, ну хорошо, а где второй? Ножкой ать переодели. В какую красоту. Сейчас пойдем смотреть на коровушек. Вот мне выдали шапку. Надо так всегда ходить. Дождь как раз, очень удобно. И в душе везде. А как вам мой внешний вид? Как вообще? Я спасу ваши сердца. Посмотрите. I'm shocked. It's amazing, to be honest. It's really nice to see how everything is doing, and I'm amazed. Красоту, да, ты красота, да, я тебя второй поглажу. А ты не боишься, ну, да? Красота, красоту, как у тебя нос мокрый. Ты меня съешь? Ты чего это? Не-не-не, это есть нельзя, отдай. Это маленький теленок, вот, мы пришли в ангар, где только маленькие телята. Посмотри, какие они милые.
сладенькие такие, хорошенькие. И не вонючие. И не пахнет, как большие коровы. Настя наняла уже 10 минут со своим теленком. Мне кажется, она с ним хочет. Не хочешь приютить? Я чешу, посмотри. Да то парня своего теленка. Они здесь лучше живут, чем у меня будет. Но он ведет себя лучше, чем твой парень. Согласна. Смотри. Вкусно пахнет. Но сейчас реально вкусно. Прям вот телятами такими. Маленькими. Ладись. Ну что, тебе понравилось? Юп. Мое. Я нашла своего собрата, скорпиончика. 17. Нет, ты 30, ты нам не подходишь. Вон он стоит. Привет, малыш. Номер 46-49. Все, он будет лучшим, потому что он скорпион. С 17 ноября он родился, 23 года. Ему двойку на девятку заменить, и просто моя погодка. Мне больше всего понравились они. Маленькие теленочки, телятки, как не знаю, как их назвать. Они такие очень милые. Блин, ну, овцы-барашки тоже прикольные, но все-таки маленькие телята вызывают больше восторгов. Ну, у меня лично. И у них очень прикольная раскраска. Лучшая в России продукция. Спасибо. Это наш спонсор, в конце концов, Ротагро. Поэтому, блин, на самом деле смотришь и понимаешь какие-то труды, как люди вообще трудятся, как все происходит. Это очень интересно. Посмотреть, так скажем, на другой мир, не только спортивный. В этих ангарах, как и в спорте, везде есть разный возраст, как у нас в футболе. Юниорская команда ЦСКА. Молодежная и взрослая, то бишь мы. Вот прилегла отдохнуть, как я, когда мне не засчитали гол. У Франи была офсайд, вот прилегла. Ну что, тебе понравилось? Юп, мое. Всем до свидания. Я говорю, вышла Машку найти, а Машки нет. Иди сюда. Маша, здравствуйте. Ты уехала, команда проигрывает теперь для тебя, твоя бывшая. Как так? Ты зачем Зенит развалила? А что вы на меня напали? Зачем Зенит развалила? На камеру не работаю. Now it's time for us to work. Скажи, пожалуйста, Николаевичу, пусть он соберет. Он говорит, что я людей обманываю. Почему? Он говорит, посмотри, фотку в WhatsApp сменила. Посмотришь на фото, подумаешь, что вроде ничего. Ничего. Танюшка! Танюшка! Эй, congratulations on your... Девочки, всем привет, всем приятного аппетита. В прошлый матч с Крыльями Советов мы сыграли в 0-0. Как пройдет этот матч? Ваши ставки? Мы выиграем 3-1. Ну, думаю, да, мы выиграем, и будет счет, думаю, именно 2-0. То, что мы выиграем, и счет будет 1-0. Я думаю, что выиграем, и будет счет 3-0. А что ты сегодня будешь рисовать? Коня. А ты тени себе красно-синие сама сделала, или тебе кто-то нарисовал их? Сама. Но я думаю, ЦСКА победит. 6-0, может быть 2-0, не знаю. Это как по игре будет. Надеюсь, что Юля забьет. А в этот раз ты принесла ей плакат? Потому что на прошлый матч, когда у нее было 100 матчей, ты принесла ей красивый букет с розами. А в этот раз что? В этот раз без плакатов пока что. Но готовим на финал, я думаю, кубком все будет. Ну что же, у нас появилось новое развлечение на нашем матч-дэй. Это стрельба из лука, и, судя по реакциям людей, им очень нравится. А как вам вообще эмоции, ощущения? Ой, никогда таких еще не было.
let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving. Cause you live to see yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you as a ghost. You ain't got a soul, whoa. Always say that they gon' come for me, knowing they won't. They doing the most, whoa. Chasing my, gotta get already. Not selling my, you wanna, y'all moving, ready to go. Most important, Настя, праву надо. А я? А что, я работаю. Я работала. Гол, кто забил? Надь, браво. Давай, девочки. Мы здесь, мы победим. Мы здесь, мы победим. Мы здесь, мы победим. Забили на 3, как говорится, и выход дальше, не пахнет. Новых побед. Медали и трофеи в составе армейской команды. Награду имеем Татьяна Михайловна Черная. Юлия Пескова. Браво, Настя! Нена, ну там вратарь ошибся. А я что там ошибся, Нена, что браво, браво, Зиро, спасибо. Браво, Зиро. Молодец. Да, хорошо. Я тобой горжусь. Спасибо. Ой-ой-ой. We are in the next round. So I'm really happy, to be honest. A good game. I think we have a lot of opportunities to score, but we didn't. Only 3 goals, but it's fine. The most important win, and we are in the next round. So, job done. Why are you angry today? Angry? Why everyone thinks that I'm angry? No, I just want we should play on our maximum, and because of that I'm sometimes angry, because when we don't use our opportunities. But I'm not angry, I'm always proud of my team, but I want to push them, like they push me, I want to push them. So. В первую очередь хочу поздравить всех с победой, все молодцы, спасибо девочкам, тренерскому штабу, потому что отдали все силы на поле, и это вылилось в результат. Идем дальше. Юлия Плешкова забила хорошие голы, Надя Смирнова забила отличнейший голешник, а все благодаря Невене Дамьянович, которая пробила по воротам. Вратарь отбил перед собой. А Надя там, конечно, рывок сделала. Она 2 игры у нас забить хочет. Что хочу сказать. Всем спасибо. Спасибо большое за поддержку. У вас сегодня было очень много. Мы вам благодарны. Еще всем спасибо. Мы вас любим. Игра получилась, как мы и рассчитывали. Больше контролировали мяч. Могли бы, наверное, чуточку больше реализовать своих моментов. Но спасибо команде. 3-0. Мы выиграли, поэтому все супер. Но ты свои моменты реализовывала сегодня очень хорошо. Да, я ждала свой гол именно на стандарте. И так получилось, что забила 2 целых. Это в честь 100 матчей за ЦСКА? Ну, пускай будет так. Кому посвятишь голы? Конечно, своим родным, близким. Дальше у нас следующая игра. И подготовиться к ней. Что для тебя отыграть 100 матчей за ЦСКА? Наверное, это такое ощущение гордости за команду, за себя, что ты оглядываешься назад и понимаешь, сколько кропотливого труда ты вложил в эти 100 матчей. И, наверное, если бы не команда, если бы не тренерский штаб, этих 100 матчей не было. Поэтому в совокупе это единый такой праздник у меня. Поэтому я благодарна всем за это. И, конечно же, хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что где бы мы ни были, они всегда с нами рядом. Откуда взялись? Уголь вам привозят. Уголь, спасибо. А можно? Вы же самые лучшие. Мы ждали. Ну что? Можно зеленый поправить. А вы на флаге распишитесь нам. По пятницам днем. Пойдите распишитесь, пожалуйста. Это надо марки. Сколько надо? Ну что, все расписались. Да, Евгений. А там очень хорошо. What do you think about your popularity? Popularity? I really appreciate all the people that came to watch us and taking all the pictures with us, and thank you so much for your support. Вот видите? Еще видно? Да. Ну что, молодцы. Слушают мои наставления, говорят, надо больше забивать. Кураж ловить. Вот девчонки этим и занимаются. Молодцы. Ты перед матчем говорила, что ничего не будешь дарить Юле, но я так понимаю, матч закончился, мнение поменялось, появился букет в руке. Да, я вдохновилась 2 голами Юли и доставка в помощь.
бегала, забирала сейчас букет. К сожалению, пропустила третий гол, но зато мы очень рады. ЦСКА всегда будет первым. Нашего вратаря. Тяжело ли прорваться к Юле? Очень тяжело. Ну что же, вот с таким счетом мы заканчиваем матч 3-0 в нашу пользу. И мы проходим в полуфинал. Вот так вот. ЦСКА всегда будет первым. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Пока.